Настоящий арсенал боевого оружия и патронов к нему обнаружили столичные сыщики в одной из съемных квартир на юге города. Здесь и глоки, и береты, и даже пистолеты-пулеметы. Все оружие исправно и пригодно для стрельбы. Номера спилены, чтобы его невозможно было отследить. Оперативники предполагают, все эти экземпляры владелец арсенала готовил для продажи преступникам, которые орудуют в столичном регионе. Кроме того, в квартире задержанного обнаружено 280 патронов к огнестрельному оружию различных калибров и около 800 грамм пороха. У сыщиков есть основания полагать, что мужчина обеспечивал оружием членов этнических организованных преступных групп столичного региона. Теперь сыщики выясняют, у кого задержанный закупал пистолеты и кому намеревался продать. Сам оружейник задержанный дожидается суда в камере следственного изолятора.